Во вторник Страстной Седмицы в Свято-Екатерининском соборе прошло рабочее совещание духовенства Екатериндарской епархии и представителей администрации Краснодарского края. Темой разговора стали вопросы организации встречи в аэропорту и принесения в кубанские храмы благодатного огня в пасхальную ночь. Схождение благодатного огня. Это чудо происходит по молитвам верующих каждый год в Великую Субботу, накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения Христова. Зажженная от огня лампада будет доставлена на Кубань специальным рейсом. С трапа самолета она будет передана священнослужителям Кубанской митрополии, и затем благодатный огонь доставят в Екатерининский кафедральный собор, храм Рождества Христова, собор святого Александра Невского и далее в храмы города Краснодара и будет развезен по городам и станицам Кубанской митрополии. А перед приездом благодатного огня в храмах погасят лампады. Они не будут гореть, они будут ждать этого благодатного света, чтобы осветить им наши души. Частичку благодатного огня, который сходит в Пасху только в одном месте на земле, на гроб Господень в Иерусалиме, мы сможем уже в пасхальную ночь принести в свои дома, чтобы этот свет нашей веры освещал наш жизненный путь и согревал тех, кто живет с нами рядом. И пусть каждый, кто видит этот свет, прославляет воскресшего Христа и прославляет радость нашей веры.